Витек, как там? Я буду долго гнать. Bicycle, bicycle. Доброе, так сказать, утро. Нет! Нет! Это место просто трэш. Я не знаю, бывает ли тут другая погода, кроме как дикого ветра. Мы, по крайней мере, ни утром, ни вечером другой не застали, хотя вроде бы погода хорошая. Кое-как ночь поспали, сейчас в 7 утра. Быстро готовим, собираемся и валим отсюда. Нафиг, просто к чертям собачьим отсюда. Еще раз ментальный, блин, привет этому дяде, который сказал, что здесь отличное место. Может бухать водку здесь с друзьями всю ночь и отличное место, но ночевать нормальным туристам здесь такое себе вообще. Да вообще не вариант. Короче, отметим это место на карте как крайне херовое. Непригодное для нормального туризма. Вот так начался 6-й день. Обычно мы выезжаем где-нибудь в 10, в начале 11-го. Сейчас мы уже готовы и сейчас поедем, хотя сейчас без минуты 9. Потому что это место слишком хорошо, чтобы здесь задерживаться. Согласен. Не рекомендую. Сейчас километра полтора-два до дороги, и будем надеяться, что ветер он только в этом месте, а не везде во всем остальном мире. Ну, скорее всего, оно так и есть. Проверим. Все, мы покатили отсюда к фигам просто. Нафиг, 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 нафиг. Ну все, мы выбрались из диких дикостей. Снова на дороге, снова едем, снова вперед. Так как Ладога сегодня нам не предоставила возможности нормально помыться, это опять-таки благодаря такому себе месту, мы нашли себе умывальню в поселке Салми на реке Тулимайоке. И здесь прям хорошо. В принципе, здесь даже место неплохое, что можно остановиться, как бы, ну, есть, конечно, населенный пункт, все дела, но остановиться здесь можно, и речка нормальная, то есть, ну, как вариант. Ну, пока у нас небольшое техобслуживание после вчерашних дебрей травы, ну, сказывается все-таки, что там понапопадало всяких трав, звездочки и прочее всякое. Вот. Плюс после вчера, естественно, ощущается такая небольшая офигелость. Потому что и день выдался... Мы знали, что он будет длинным, но он оказался длиннее, чем мы предполагали. Плюс последние километров 15-20 были просто мельтешением на одном месте. Короче, плюс спали фигово. В общем, наложилось все вместе. Как бы мы сейчас ощущаем себя, ну, так себе. Вот. Плюс дорога за Салми прям-таки впечатляет своим однообразием. Однообразно разной по качеству дорогой. То есть кусочек хороший, потом просто вот что-то такое вот. Зато покрашено. Ехать можно, но без удовольствия. Плюс постоянная, такая постоянная, небольшая, но ненавязчивая горочка и присутствует. Поедем дальше, там через 20 километров какая-то стоянка у нас отмечена. Там, может, передохнем еще раз. Интересное название. Решили мы маленько затусить на берегу Ладоги. И что мы видим? У нас снова пёсель в гостях. Чей-то вот пришел, непонятно. Явно, что чей-то. Поводок хороший, все нормально. Игривый, нормальный. Правда, вся морда в клещах. А так, ничего, нормальный пес. Ну как кыш, 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 кыш от моих тапок.
Аланецкий район. Пам-пам-пам. Крайне приятно, когда собака, которая гуляет вдоль дороги, видит двух велосипедистов, смотрит на них и идет дальше по своим делам, полностью их игнорируя. Это классно. В деревне Тулукса одна такая собака есть, а это значит, что деревня как минимум уже неплохая. Это сейчас еще дорожка более-менее пошла. До этого был песок 3 километра. И это был просто капец. Второй день нам что-то не везет на подъездные пути к местам ночевки. И это как-то не внушает ничего приятного. Дальше что? Болото? Еще что? Не перевелись еще на Руси! Через дорогу! На зимнее время! На итальянский язык! Богатыри! Max wins. Ты откуда такой потерялся к нам? Привет. Ну, хорошо. Папа ехал. А кто дети? Что делаем? Костер жжем. На велосипедах вон приехали, видишь, велосипеды? Живем в палатках, как туристы. Я тоже живу в палатке. У вас там тоже палатка есть, я видел. Он тебе говорит, он тоже живет в палатке. Молодец. На ночь будете оставаться или домой поедете? Да. Да? Оптимальный ответ. По-моему. Тут вода. Тебя уже ищут. Иди. Давай, беги, а то ругаться начнут. Уже ругаются, уже кричат. Ты не слышишь? Мы-то слышим, да, а то наругают еще и нас. Давай, беги. Мы люди добрые. Нас позвали откушать мяска карельского. Мы помогли им поставить палатку. Вот эту. Здоровенную палатку. Я в такой спал, я знаю, как ее собирать. Им повезло. Виктор пошел купаться с тетками карельскими. Они пьяные, а он нет. Они его взяли на понт, и он пошел купаться. А тут заходить километр надо, чтобы искупаться. Закат сегодня был просто бомбический. Это было лучшее место для наблюдения за закатом на Ладоге.